Здравствуйте, друзья! В эфире АВ Комфорт. И наш сегодняшний выпуск – это полный эксклюзив. Встречайте, совсем свежая, совсем новая и симпатичная активная полочная акустика Q-Acoustics M20 HD в салоне АВ Комфорт. В ассортименте британской фирмы Q-Acoustics есть активные беспроводные полочники, и я рассказывал вам о них. Это красавцы Q-Acoustics Q-Active 200 с обалденным дизайном, крутым звуком и ценой 200 тысяч. M20 получились с таким же узнаваемым фирменным дизайном и широким функционалом, но занимают другую нишу. Их стоимость в нашем магазине 59 тысяч рублей. И это грамотное решение, так как в последнее время активная акустика, тем более в таком компактном форм-факторе, пользуется хорошей популярностью в нашем магазине. Q-Acoustics M20 сделаны в общем стиле этих британцев. Интересно, закругленные формы в этот раз подчеркивают еще и закругленные грили. Они, кстати, несъемные и полностью прячут за собой динамики. Такой ход добавил свою изюминку, тут не поспоришь. Хотя я люблю слушать и смотреть на акустику в большинстве случаев без грилей. Есть у меня такой пунктик. Но тут Q-Acoustics просто не оставили мне выбора. Под грилем скрывается твиттер диаметром 22 мм и басовик размером 125 мм, который нагружен на фазоинвертор на задней панели. По габаритам тут все получилось здорово. 28 см в высоту, 170 в ширину и почти 30 см в глубину. Для полочников таких размеров легко найти место и в гостиной, и в кабинете, и в спальне, или даже на компьютерном столе. Тем более, что не забываем, у Q-Acoustics M20 все, что надо, уже есть при себе. И никаких других коробочек вам не понадобится. Кабинеты внешние такие аккуратные и небольшие, но внутри сделаны очень даже серьезно. Тут разработчики Q-Acoustics не стали мелочиться. Тем более, что технология P2P, которую они запатентовали несколькими годами ранее, уже успешно используется почти во всех колонках Q-Acoustics. И для M20 эта технология сыграла очень даже важную роль. Грубо говоря, технология P2P – это распорки внутри корпуса, которые расположены в строго просчитанных местах кабинетов. Именно там, где по результатам компьютерного моделирования корпус подвергается наибольшему акустическому воздействию. И результаты этой технологии дает просто отличные, особенно для построения сцены. Внешне чуть строгие и лаконичные, M20 прячут в себе достаточно широкий функционал. Начнем с того, что сделана эта стереопара по технологии Master Slave. Если говорить простым языком, одна из колонок является главной. Именно в нее встроена пара усилителей мощностью 65 Вт на канал и весь остальной функционал. А вот связь со второй колонкой проходит через акустический провод. Для этого в комплект положили хороший акустический кабель длиной аж 4 метра. На каждой колонке есть акустические клеммы. Тут все работает по проверенной схеме. Но есть интересный момент, который хорошо облегчит вам установку M20. Обычно главное делают правую колонку, и больше никаких вариантов для инсталляции нет. Но как быть, если ближайшая розетка находится с левой стороны? Об этом производители очень редко заботятся. Но Q-Acoustics нашли очень грамотное решение. На главной колонке есть тумблер, который и определяет, какой будет эта колонка, правой или левой. Вроде все так просто, но насколько это все может упростить для вас установку M20? Просто бесценная функция. Рядом с этим тумблером есть еще один, но уже на 3 позиции. С его помощью вы указываете встроенному процессору DSP, где именно стоят колонки, в углу, у стены или в свободном пространстве. На самом деле, очень круто получается подстроить звук, и эта функция реально рабочая. Кстати, такой же тумблер есть и на Q-Active 200 за 200 тысяч рублей. Так что функционалу из дорогих колонок нашлось место и в более доступной линейке. Но M20, кроме тумблеров, есть еще чем похвастать. Начнем с порта USB-B. Он очень пригодится, если вы хотите поставить Q-Acoustics M20 HD, например, возле компьютера.
встроенный в них ЦА переварит приличные хай-резы с частотой до 24 бит 192 кГц. Другие сценарии M20 тоже предусмотрены, например, к телевизору или к игровой приставке, их можно подключить оптикой. А если вдруг у вас есть проигрыватель винила, для него тоже найдется код. Есть пара разъемов RCA. Для любых других нужд есть разъем AUX под джек 3,5 мм. Помимо этого, у M20 есть Bluetooth версии 5.0 и с поддержкой очень приличного кодека Qualcomm aptX HD. Это означает, что даже по Bluetooth можно будет передавать музыку хай-резе. И этот протокол поддерживает 24 бита 48 кГц. Супер! Ну и на десерт выход на сабвуфер. Короче говоря, если выражаться автомобильным жаргоном, полная комплектация. Теперь давайте чуть вернемся к дизайну. На верхней панели главной колонки есть три аккуратные кнопки. Включить-выключить и громкость плюс-минус. Кнопка включения дополнительно может переключать активный вход. И вот опять я похвалю разработчиков Q-Acoustics. Как и в прошлый раз, когда рассказывал вам про Active 200. Они очень заботливо относятся к своим клиентам. И видно, что ребята думают головой, ставят себя на место клиента и продумывают каждый сценарий использования их продукции. И пульт они в комплект положили, и кнопочками на корпусе основной функционал продублировали, и Bluetooth качественно сделали. Ну, молодцы! В обиходе, когда вам уже все нравится, все играет как надо, все эти мелочи имеют очень большое значение. Когда с колонками приятно взаимодействовать, это уже показатель того, что над этим продуктом трудились знающие и понимающие люди. В конце концов, люди, которые придумали и сделали стойки для полочников Tensgrity, заведомо заслуживают доверия и уважения. По техническим характеристикам имеем такие цифры. Частотный диапазон у M20 начинается от 55 Гц и простирается до 22 кГц. Частота раздела кроссовера между динамиками 2400 Гц. Вес главной колонки 5,5 кг, а вес второй колонки чуть меньше 5 кг 100 грамм. Ну и комплектация тоже заслуживает внимания. Помимо двух колонок вы получаете пульт DU с батарейками, 4-метровый акустический кабель, 2 кабеля питания под разные розетки, каждый из них длиной 2 метра, 2 заглушки для фазоинвертора, ну и инструкция пользователя, конечно, куда уж без нее. И стоит это удовольствие всего 59 тысяч рублей. Но остался еще один момент. Как же все-таки играет Q-Acoustics M20 HD? Честно скажу, я каждый раз с удовольствием слушаю колонки от Q-Acoustics. Уж очень по душе мне их характер, их манера, как они играют, да и продуманность в мелочах, о которой я уже говорил, она тоже доставляет удовольствие, и M20 не стали исключением. Кроме того, что этими активными полочниками удобно и приятно пользоваться, их звук мне тоже приятен, и в нем легко узнается английская правда Q-Acoustics. В общих чертах звучат они честно, открыто и пространственно, и не пытаются как-то сгладить острые углы в треках. Надо подать жару, да без проблем. Хватает и скорости атаки, и дерзких ноток на верхах. А если джазовые нотки потянуть надо, у M20 это тоже хорошо получается. Благо, отдача по басу получилась у них отличная, с хорошим объемом и атмосферностью. И заметьте, все это через Bluetooth. Я сам удивился, что заиграли не так интересно. Все-таки хороший Bluetooth делает свое дело. А мне запомнился альбом Subway Goats от коллектива Too Many Zoos. Такой себе агрессивный уличный джаз, с которому и бас надо хорошо отработать, и обертона духовых не растерять. Q-Acoustics M20 хорошо с этим справились, даже через беспроводное подключение. Когда подключил их к компьютеру через USB, звук стал лучше, появилось еще больше тонких материй, и верха стали более протяжные, определенно чувствуется прирост. И здорово, что M20 этот прирост легко демонстрирует. Здесь же можно рассмотреть эти активные колонки как мониторы ближнего поля. Вход USB очень даже располагает к такому сценарию. Ставишь их на стол по бокам от монитора, можно чуть развернуть их в свою сторону, так сцена становится более плотной. Если не разворачивать, то тоже интересный звук получается. Более пространственный и воздушный. В ближнем поле этот же альбом Too Many Zoos дает уже совсем другие впечатления. Сцена раскрывается прямо перед вами. Инструменты буквально зависают в воздухе, так и хочется их пощупать.
В общем, в этом сценарии М20 мне тоже пришлись по душе. Умеют они и в ближнем поле разложить все музыкальные партии по своим местам. И при этом звучать музыкально и интересно. Ну а с озвучиванием кинофильмов ожидаемо, что справились они легко. Причем масштаба, объема и баса хватает, чтобы переиграть любой санбар за эти же деньги. Думать тут нечего. Q Acoustics M20 – явный фаворит для обустройства домашнего мультимедийного уголка. По итогам могу сказать, что эти колонки мне понравились. И не только по звуку, по остальным моментам у них тоже полный порядок. В который раз я убеждаюсь, что каждой колонки, которую выпускает Q Acoustics, это самодостаточный, законченный и дружелюбный к пользователю продукт. И не зря ведь их акустика каждый год берет призовые места в различных международных рейтингах. А если рассматривать конкретно Q Acoustics M20, то что тут можно сказать? Цена адекватная, комплект поставки просто отличный, звук шикарный. Ну правда, что еще нужно? Ну а послушать, увидеть и приобрести Q Acoustics M20 можно только в AV Comfort. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх и жмите колокольчик. Всем пока!